Ну что, если на разрезах придется, мы продолжаем с вами проходить NFS Underground Pairway. Да, давно не было этой игры на канале, но не было, потому что мы проходили с вами одну очень интересную игру, сюжетную, да, и когда я прошел, я сказал, там в следующем или через ролик, и вот Вайна Мэйн говорил, которому мы проходим, да, вот, говорил, что верну эти игры, которые начал проходить, там, Сталкер и НФС и тому подобное, потому что проходили с вами одну очень интересную игру, это The Walking Dead, да, вот, ссылка в описании находится на все четыре плейлиста про прохождение The Walking Dead, очень прикольная атмосферная игрушка, но сегодня мы проходим с вами Underground, первый НФС, да, мы там остановились вроде вот, я знаю, вот здесь, вот, на 10-м задании, их 111 всего, поэтому я думаю, мы пройдем за пару серий всего лишь. Вот, как-то так, как-то так. У нас с вами Сик, он как и был, так и остался прокачанным. Вот, там вроде бы, да, прокачивал, просто там три серьги всего, вот. Поэтому ты снимил не одну, посмотри, ссылка в описании находится на плейлист по прохождению данной игры. Вот, смотри тоже. И подсказочка там сверху справа. Есть такой кружочек с восклицательным знаком, или чуть ниже описания спускаешься, там будет прикреплено на прошлой серии и плейлист по прохождению данной игры. Вот, а, собственно, вы, собственно, усаживаетесь подобнее, надевать близко, обязательно приобрести эту кушать, принять кофе или писать приятного просмотра. Мы, собственно, продолжаем проходить данную игру. Так, что у нас здесь? Давай-ка посмотрим. Drag Race, Street, ну погнали, что? А, подожди, у меня больше ничего нет такого, что прокачал. Нет, это не нужно. Это я все прокачал. Да, это у меня все прокачано. Пока что ничего больше не могу, да? Ну ладно, let's go, сразу. Здесь на баня. Давай средний, погнали. Let's go. Вот, у вас будет чуть разрешение растянуто, вот, поэтому нормально, наверное, это нормально будет. О, Сирик, ты что тут делаешь? Еще не Сирик, смотри. Тут все Сирики, блядь, а что у него? А почему у того, которого был вот левее меня, у него как бы, да, ну, как бы, ну, стопы задние можно делать. Ну, другими, ну, не красивыми, но другими, а почему мне нельзя? Я не понял. Не понял. Ну вот, в принципе, это такая больше, наверное, будет. Ну, я говорю, в самом первом серии говорил, что эта игра больше про ностальгию, да, кто играл, тот поймет. Ностальгическая игра, и просто, знаете, так почериться, почему бы нет. Вот, гоночки покатать, почему бы нет. Ой. Вот, поэтому как-то так, как-то так. О-о-о-о. Что с машиной, блядь? Опа, бля, смотри, хуяндукс. Хуяндукс. Сразу сюда. Здесь, в принципе, пока, ну, говорю, все изично проходится. Сейчас, если будет очень изично проходить все это дело. Даже еще не перевернулись, блядь, что? Если будет все изично проходиться, да, на среднем уровне сложности, то давай высокий ставить, чтобы нет. Так поинтереснее, может, даже будет. Вот. Ну, здесь не хватает музычки, конечно, да, вот которая. Но она с авторским правами, ребята, извините, пожалуйста, но авторские права как бы не очень хочет получать, да, а за музыку, вот. Поэтому в этом плане YouTube строг, вот, поэтому как-то так, как-то так. Бачком смотрю, видел? Бля, нет! Это все ж, не пущу тебя, не пущу. Тварь. Ну, я сейчас я догоню, смотри, смотришь? Смотри внимательно, смотришь? Все, слепстримчик пошел. Прошу прощения за такое, но что поделать-то, это гонки. Да. Но оно помощнее, кстати, стало намного, да. То есть вместо 190-200 мы едем уже 230 почти, как бы, да. Тоже, знаете, о чем-то говорит. Блять, что это вообще? Раньше рулился, ну ладно, блядь, ну ладно, хорошо, услышал.
Да, сейчас прикинь, еще скажу, вот легко, сейчас в итоге, не дай бог проебу, здесь еще такое будет. Иди ты, иди отсюда, иди, не пущу тебя. Ну вот и все, собственно. Так, ага. Погнали продолжить. Так, что у нас, драг рейсинг здесь? Спринт, дрифтинг. Давай, ладно, драг-рейсинг. Ладно, счастливчик. Тебе не может вести бесконечно. Информация к размышлению. Следи за трафиком, когда будешь гнать по первому хайвею. И пусть, наконец, клатч поймет, что дело не только в везении. Давай. Драг рейсинг. А, то самое, хорошо. Турбо еще. А как использовать ее? Подожди. А как использовать нитро? Найди-ка. Да посмотрим. Ну, сохраним, конечно, на всякий случай. Сохраним с тобой. Да. Тогда посмотрим с тобой, знаешь что? А как нитро использовать? Вот закись азота. Ладно. Так вот, значит, на квадратик получается. Ну, где Сонька, у меня на X. Что у меня от Xbox. Собственно, этот гипотлан, let's go. Эй, счастливчик! Да, все, пока. Я не могу турбу использовать. А, это турбин, наверное. Да иди в пезду, ёпта. Победа. Нормально. Раньше просто по прямой фигачил, теперь надо. Ну ладно. Угу. Ладно. Let's go дальше, что? Спринт. Let's go. О, видишь, турбо какой-то, видишь?
Турбо — это турбина, типа, я так правильно понимаю? Скорее всего, да, типа, турбина. Как улетели, смотрим. Ну да, это турбина, наверное. Что, блядь, у меня нет ничего, нитра никакого. Хотя, может, это, блядь, из-за кислого азота. Хуй его знает. Ой, ёпта, нихуя здесь. Так, добрый вечер, если честно. А, у нас один только из одного. Я вообще догоню его, смотри. Смотришь? Не, смотришь, 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 смотришь. Давай, наруливай, блядь. Да, пиздец, мы где, в Японии или что, блядь, я не пойму. Или в Китае. Надо его догнать, все, чем надо быстро его догнать. Не, ну все, это ББ. Давай заново. Да уж, да. Ну, на гольфе здесь самое топ. Скататься, он прям маленький, прикольненький. На нем проще скататься, наверное, будет. Какие здесь закоулки, вообще жесть. На нахуй просто, блядь. Ну а долго мне это будет показывать анимацию, блядь, или что, блядь, я не пойму. Ладно, тут еще шанс есть, хорошо. Всех догнать. Ну, вообще все равно, блядь. Ладно, давай, хорошо, тогда без дрифта, хорошо, попробуем. И в пезду. Чуть-чуть развернул меня, ладно. За это сделал, хорошо. Хорошо, да? Да, гольфецкий? Хорошо же? Я считаю, классно вообще. Ну вот и все, блядь. Я думал, например, взять, ладно. Да ебать, у нас такие повороты по карте, это вообще жесть. Тебе же видно? Тебе видно. Это было опасно, кстати, снова оно. А тот самый год, где мы гонялись с самого начала. Только вот теперь видишь, другие у нас, другая трасса чуть-чуть у нас с тобой. Ну как другая трасса, другой путь просто у нас, прохождение всего этого. И все. Это тот же самый город, по идее, да. Блядь, ну иди ты отсюда, что ты едешь так? Бля, едет еле-еле, я его просто рот мотал, честное слово. Так я еще проебал еще, блядь. Я проебал, ты прикинь.
Решил повыпендриться, признай. Ну, хорошо, давай. Решил повыпендриваться, честно. Так, ну здесь пока еще более-менее нормально будет, но дальше тоже было еще. Гольф рулился. Ну ладно. Куда мы едем? А, я объехал, окей. Не первый раз туда поехал, просто ладно. Там в дрифте чуть ли не заходит. Не, на гольфу, на гольфе здесь прям вообще круто едет, потому что он маленький и, наверное, еще поворотливый, но хотя бы, хотя хер его знает. Хотя, с другой стороны, тут Civic, он в любом случае, ну, в жизни, по крайней мере, как я знаю, он, ну, более поворотливый и жестче на дороге стоит. Блять, ну такой ты уебан просто конкретно, бля, мужик, честно, блять. Такой. Пидорас, еба. Ладно. Тихо. Давай пройдем. Сейчас пройду. Сейчас пройду. Ребята, если что, это уже третий перепрохожу. Да какой? Раз третий, да. Перепрохожу уже трассу. Здорово. Сейчас бы на одной гонке бы зависнул. Уже пять раз перепрохожу, уже гонку, если что. Да, чтобы на одной гонке будет застать, это вообще жесть. Да, кстати, в итоге труба это турбина, по идее. Ну, как я понял, по крайней мере. Еще когда газ спускаю, сейчас подожжу. Да ты, блядь, ублюдок просто. Я отсюда нахуй, блядь. Видишь, когда отпускаю, слышишь? Такой. Ну, вот я газ спускаю сейчас. Да, отсосёшь ты, мужик. Блин, на гольфе прям хочет выиграть, блядь, чё.
Не, в этот раз он отсосет. 100% отсосет. Да, это турбина вот эта, турбина. Все, наконец-то, блядь, с пятого раза прошел эту гонку просто. Хотя она довольно-таки изичная, по идее. Ну, ладно, со второго раза можно пройти, типа, если не знать вообще трассу. Какой-то радиошаг, смот. Наклейки еще второго года. Здесь ничего не доступно. Наклейки. Аппликации. Здесь можно купить классные спонсорские наклейки. Пусть все видят, чьи детали стоят на... Бред. Кто на новенького? Дрифтинг. Мои поздравления. Ой, ладно. Так, ну дрифт сейчас самое должно быть простое, по идее. Я зря это сделал, конечно. Да. Не так сложно довольно-таки. Самое простое, по крайней мере. Смотрим, что-нибудь открылось нам. Нет. Вообще ничего, давай посмотрим. Ладно, дальше идем. Турнир. Let's go! Да, давай средний турнир пройдем сейчас. Не прокачанные вообще, что ли? Если у них турбины есть, то они тоже так бы, наверное, поехали быстро довольно-таки. Ну, со старта. Это хер его знает. Ух, это было опасно. На бодрифт. Ладно. И снова это, блять. Или они перемешку сделали? Перемешек что сделали, да. Наверное.
О. Просто протерлись чуть-чуть. Четыре круга. Ну, это не только вот это будет, если что. Там, блядь, ну ты урод ёбаный, реально. Это не только вот эта гонка будет, но еще кое-что. Блядь, ну ты смеешься, дядь? Блядь, ну куда нажимаю? Ладно, давай попробуем их догнать. Четыре-то круга можно. Итеративный этот. Мой слипстрим ебашит, нормально. Пошел на обгон. Иногда вот, когда вот этот стенд показывают, ты не видишь, блядь, что впереди, и это такое, потом врезаешься случайно. Вот это, к примеру, как сейчас, блядь. Блядь, ладно. Давай сосредоточимся на гонке, хорошо. Просто здесь боты очень медленные едут. Не вот эти, которые с нами в гонке, а которые просто... Обычная, блядь, машина. Это просто. Спросите, почему я не девчу? Потому что очень много скорости теряю, но они быстро догоняют. Здорово. Все, вас-то вокруг пошел. Сейчас вот эта хуйня, это реально такое. Потому что если один раз я проебусь, все. Один раз конь врежу, становлюсь и тому подобное. Еще один раз они меня сейчас обгонят, особенно вот в конце. И забейте, все. И это не очень хочется, знаешь ли? Не очень хочется такое. Ну ладно, это еще простительно, наверное. Еще б медленнее не поехал бы, блядь. Так, хорошо, это мы прошли. Следующий этап. Три этапа, да, вроде должно быть. Три вроде этапа. Тебе в обратную сторону. Заебись. Да иди отсюда. Да, по альтернативу поедем. Мне даже интересно, что это.
Зря это сделал, можно было там поехать. Ладно. Что происходит вообще? Надо контролировать все, все контролить. Я так что-то опять задумался. Ну, это короче трасса, намного короче трасса это, чем прошлая. В этот раз поедем здесь, посмотрим, что здесь. Там 10 минут короче, чем там. Вот, сейчас... Блядь, серьезно, ебаная дерево, почему оно не сбивается? Ну тонкая, блядь, как, не знаю, как спичка просто. Должно было нормально так, оп, и повалиться, ну ладно. Хорошо. Блядь, опять эта хуйня меня, ёпта, заебала, честное слово. Ладно. На второй, нет, надо сейчас, ну, у нас еще два круга с тобой есть. Два круга еще впереди, поэтому нормально. Напрямую мы их в любом случае сделаем. Потому что мы быстрее. Пиздец, ее шатает просто, я в уже на 200 она реально не контрится, она прям такая плавает сама по себе. Ну все, мальчик, пока. Да. Да. Ну не сложно, на самом деле не сложно было. Сложнее было ее контрить, саму машину. Следующий этап. Да, следующий этап. Погнали следующий этап сразу, чтобы нет. Следующий этап. Это странная, кстати, это трасса, ну ладно.
Какая-то странная трасса, реально странная. Она еще короче, чем прошлое, прикинь. Это определенный участок просто взяли, они и отзеркалили, и все. Ну, ну да. Взяли просто определенный участок этой трассы, и все. Отзеркалили моменты просто, и другой путь просто взяли, и все. И добавили. То есть вот это шоссе мы не ездили, понимаете, что. Это уже само вообще не ездили. Вот, они его добавили. Ну ладно. Куда ты там рвешься, алло? Мальчик со самбо, давай. Давай со самбо там, пожалуйста. Бля, ну конечно, да, ну конечно. Ну конечно, блядь. Я просто в шоке. Вот специально просто, как специально. Ой, ну ладно. Что бы сейчас, да, врезаться было бы вообще классно, знаешь. Бля, вот это классно, вот это здорово. А вот это здорово. Вот это здорово. А здорово ты это придумал. Я ж пошутил насчет врезания, ёпты. Бля, просто я в шоке, ладно. Я просто пошутил то, чтобы, типа, было бы классно. Сейчас, да, еще бы классно врезаться, блядь, и... Да, да, я орирую. Я в шоке. Я орирую, я в шоке. Ну, благо, типа, они... благо я от них очень, ну, типа... На большую дистанцию оторвался. Благо, говорю, на большую дистанцию реально от них оторвался и, ну... И все. Но эти анимации, конечно, это, да, что-то с чем-то. Тебя ждет приз аппликация IAM.
Зачем мне аппликация? Теперь доступна новая опция. Тюнинг. Снижение массы. Уровень 1. Подвеска. Закись азота. И трасса стадион еще. Кольцевая трасса Атлантика. Да. Ну, а сделал свой тюнинг этот. Здесь пока ничего не доступно. Недоступно. Пора немного облегчить твою машину. Чем ниже масса, тем выше скорость. Ну да, управление будет и ускорение получше. Здесь можно улучшить подвеску. Она влияет на управляемость машины. Да. Закись азота — это твое секретное оружие. Ну а сохранимся дома, и на этом, в принципе, в этой серийке, наверное, все. Вот, и такая серия была, в принципе, все. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Давайте.